Взял серебро на Кубке России. Владимирский гимнаст Александр Карцев успешно выступил в финале индивидуального многоборья и стал вторым, уступив только одному сопернику, Никите Нагорному. Еще один воспитанник Владимирской спортшколы имени Толкачева, Алексей Ростов, занял 6-е место. Соревнования проходят с 8 по 12 июня в Новосибирске. В них участвуют 24 гимнаста и гимнастки, отобранные на чемпионате России. Теперь спортсменов ждут финальные выступления в отдельных видах упражнений.